Баку было два города в одном, как ядро в орехе. За старой крепостной стеной начинался внешний европейский город с его широкими прямыми улицами, высокими красивыми домами, шумными и жадными до денег людьми. Та-та-та-та. Этот город был построен благодаря нефти, которая добывалась в нашей пустыне и приносила колоссальные богатства. Там, за крепостной стеной, были театры, больницы, школы, кафе-шантаны, казино, красивые женщины с оголенными плечами, русская полиция. Перестрелка, случавшаяся за крепостной стеной, происходила всегда из-за денег. И чести. Из-за денег. Внутри крепостных стен улицы извивались, как восточные кинжалы. А минареты, так не похожие на уродливые нобелевские вышки, пронзали спокойную линию луны. Если перестрелка происходила внутри крепостных стен, причина там была честь. А, вот откуда. Вот здесь собачка-то и порылась.